Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада опять с вами встречаться. И сегодня мы посмотрим расклад на картах Ленорман. Почему я выбрала этот Ленорман? Потому что одни из первых видео были с Чиро Марчетти Таро. Чиро Марчетти – это очень уникальный художник – он очень чувствительно и очень глубоко понимает мир гаданий. И ему нравится это делать. И его картины, его карты, они просто как картины, которые можно украсить интерьер, которых, смотря, есть какие-то воспоминания, есть приятные и весь. Все творчество Чиро Марчетти, оно очень позитивное. Если вы посмотрите, даже любые карты, которые в Таро, э, с негативным э, уклоном, они очень до добродушны. Видно, что этот человек э, на мир смотрит с добром в душе. И потому, наверное, с его картами очень приятно работать. И если у вас есть интерес, и если вы сами занимаетесь этим, я думаю, у вас, наверное, есть в коллекции какие-то из его карт, потому что это человек, который действительно несет добро в мир, и который, наверное, останется в сердцах многих людей, как прекрасный художник, который порадовал долгие года вперед, и его творчество, оно будет радовать нас долгие года. Сегодня будет расклад на Ленорман картах. Будем делать триплеты на вопросы, которые, как мы прежде делали, загадываем желание на ближайшее время, этот раз, на месяц где-то можем так. И сбудется ли это желание в этот период или нет. Так что опять включаем интуицию, выбираем один вариант. И Ленорман нам скажет желание, ситуации на данный момент и исход. Три карты. И посмотрим, что у нас получится в этот раз. Первый вариант. Вопрос связан с каким-то поездкой, может быть, с каким-то, может быть, праздником, с выходом в свет. Это желание у вас ну да, это такое светское, вы хотели бы мероприятие где-то выйти, какое-то э, в кафе, может быть, в ресторан, может быть, какие-то ваши желания посетить, может быть, другую какую-то страну, но показать себя хотелось бы, не хотелось бы все время сидеть дома, да, потому что сад он предлагает нам насладиться жизнью хочется вырваться из этой как если здесь видно карта она показывает хочется вырваться из клетки хочется быть в обществе и все на данный момент ситуация не ясна если это поездка вы не до конца знаете и ну, будет это не будет вот это наверное вас и сейчас тревожит а все произойдет если будет коммуникация, вы должны найти людей, с которыми разговаривая, коммуницируя, вы сможете решить эту проблему. Так что эту проблему вы один не решите. Эта проблема будет решена только с помощью других людей. Второй вариант. Ну, здесь больше идет о любви, наверное. Это идет любовная сфера, наверное, романтик их хочется. Хочется каких-то приятных женских наслаждений. Хочется, может быть, какую-то процедуру красоты произвести. Хочется быть интересной, симпатичной и ухоженной женщине, так я бы их сказала. К ситуации на данный момент, в принципе, наверное, вы собираете какие-то средства, чтобы это осуществить, свою мечту, потому что для этого, для вашего желания необходимы деньги. И деньги вам может принести, может быть, ваш друг, супруг или что, потому что денежные средства приходят от мужчины к вам. Ну и в итоге, ну что мы скажем, ну... Вы свою женскую хитрость примените, если вы примените свою женскую хитрость, если вы будете такая и пушистая, и покладистая, и немножко лисичкой, ну тогда да желание сбудется. Будьте такой более гибкой, и если ваше желание вам ну сильно хочется, тогда оно и сбудется. Третий вариант. А, вопрос о каких-то разговорах э, детей, наверное, что-то переживание, может быть, о детях, может быть, какой-то новый проект, может быть, это и новый бизнес, которым вы начали заниматься, проект какой-то. Есть какие-то разговоры. Но все идет на уровне разговоров. Нету как говорится, нового какого-то основания есть мысли, есть разговоры, и эти разговоры очень вас, ну, на данный момент, ну, беспокоят. Да, вы хотели бы проект это новый, что-то совершенно новое, что вы до этого не делали. Это, ну вы надежды с этим складываете. Если это вопрос о ребенке, тогда ребенок ну, заставляет вас немножко переживать. Вы с ним, может быть, спорите, может быть, ну, идет такая, ну, можно сказать, разговорная баталии. С чем все это закончится? Закончится это официальными документами. Если это было, мы как говорили о сделке, тогда сделка будет подтверждена, будет подписана. Если это о ребенке, то тоже может быть это вопросы алиментов. Да, тогда ну, тоже будут документы подписаны и алименты будут полученной так что э, все закончится можно сказать официально и э, ну, вы должны придержаться в этом вопросе официального такого, э, рассуз... без эмоций это должно быть очень трезвомысляще вы должны к этому вопросу подойти без лишних эмоций если вы так поступите все будет хорошо Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам понравился расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч опять с новыми интересными картами, которые, я думаю, вам понравятся.